На подъемнике Титан расположено два винта, которые можно открутить для того, чтобы извлечь аккумуляторы. Целесообразнее все-таки для проверки откручивать верхний винт, нижний пока не трогать. Когда мы откручиваем верхний винт, у нас можно отогнуть кожух, и там появятся два аккумулятора, где можно проверить клеммы, проверить заряд аккумуляторов и все остальное. Вот, второй нижний, так сказать, винт без надобности лучше не откручивать пока. Это если здесь не найдем поломку, почему не заряжаются эти аккумуляторы, то есть нет спавшей клеммы, нет сгоревшего предохранителя или же повреждений корпуса каких-либо аккумуляторов, то тогда откручиваем второй винт и уже начинаем разбираться более конкретно. Для первичной диагностики достаточно всего лишь открутить верхний винт, посмотреть, померить, все полностью в доступности появляется. Вот. Также стоит обратить внимание, чтобы не пробить корпус аккумулятора винтом, когда будем закручивать обратно. На это нужно обращать пристальное внимание. Иногда даже с завода данная проблема может присутствовать. То есть там два винта, они разные по длине. Нижний винт, он короче. И этим коротким винтом его можно перепутать с верхним, и тогда верхний, когда вы будете закручивать внизу, у вас получается деформация стенки аккумулятора, что приводит к плачевным последствиям и выходу этого аккумулятора сразу же из строя. Ну, в общем, как-то так. Будьте внимательны в этом вопросе.